И всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Шмелёк. И, короче, поздоровайся. Всем привет. Всем здорово, ребята. Сегодня мы будем, типа, что ли, CSGO, но это не CSGO. Короче, мы сегодня будем открывать с вами, типа, что ли, кейсиков. Создавать кейсики, открывать оружие. Сейчас я расскажу суть этой темы. У нас есть железные, типа, ну, там, шестеренки. Да, шестеренки. Каждая из них дает срок оружия на определенное, короче, какое-то время. Тут, допустим, зеленая шестеренка 2 и 3 дня. Такая золотистенькая 8 и 10. Такая филия, ну, короче, пурпурная 24 и 30. И такая, что ли, не знаю. Розовая. Да, розовая такая, розово-красная, что ли, 72. И практически сотню, да. Чертежи тут несколько классов бывает. Что же такое чертеж? Чертеж мы, короче, ставим сюда, допустим, да. Вот это тут очень редкие, вот эти, видите, типа такие золотистые чертежи. ПЦ. Да, ПЦ. Они очень редкие. Также тут есть классы. Вот видите, класс. Это зависит. Класс зависит от оружия. Короче, тем больше класс, тем лучше оружие. Также С зависит, ну, в смысле, вот эти вот чертежи, не видите, типа разных цветов. Это зависит от, как бы нам может попасться оружие, а может не попасться, вот. У тебя очков хватает? У меня вообще хрена, смотри. Кстати, чем круче, чем больше очков. Да, чем круче, короче. Давайте крафтинг. Ой, мне это, если честно, так неохота все это разбирать, потому что если сейчас кому-нибудь говно попадется, я вообще не буду ненавидеть эту игру. Ладно, давай самые сначала такие ребята, такие... Под С, наверное, да. С вроде, да. Вот если под С, то это очень низкий, а нет, средний, средний, короче. Значит, под Е, да. Давай под Е, ну-ка, под Е. О, очень низкий, это значит то, что нам вообще может не повезти, вот. Сейчас, короче, ну, вы со временем все поймете, вот. Положим сюда жестеренку и начать создание. Вот только попробуй сейчас, сволочь, не повези мне. Да, ну я так и знал. Да. В принципе, ну, это не обидно, потому что такой класс. Так, какие тут? Давай под С, что ли? У тебя под Е почти не одной. Не знаю, это хорошо, то что там под Е нету. Давай тогда под И, да? Это же И. Под С. Нет, С же вон. Под С давай тогда. Это... Так, выберем обычную шестеренку или какую? Давай ее такую вот выберем. Как бы шестеренки дают срок оружия. Как вы поняли, четвертый класс это хорошее, короче, оружие может попасться, очень хорошее. Давайте, поехали. Пожалуйста, вот выпадем. Не, да, что за говно? Так, давай третий класс. Вот с третьим классом мне вот по-любому должно повезти. Потому что я молодец. Чем ты сегодня был молодец? Ну я сегодня получил четверку по английскому и пятерку по информатике. Что я... Да блин, что за говнище? Толстичка так ищет. Да я не виноват, это в натуре говно полное. А, я это знаешь сколько копил? И мне, чтоб так не везло, это пипец. Вот только вот попробуй сейчас хрень, я сломаю компьютер, давай, пожалуйста, умоляю. Да, блин, это такая же оружка, как у тебя, да? Да, блин, только я еще не разобрал. Не разобрал? Она у меня, кстати, надолго, она на 3 дня. Вау, клево, на 3 дня. Давай, классная оружка, я, наверное, сразу же ее тогда поставлю к тебе в набор. Так, вот она моя слава. Нет, на АК я не поставлю. Блин, я... Ну ладно, пофиг, за место АК поставлю. Сейчас галюнерочка. Все, я уже капец. Крутые, я эту галюнерочку ставлю. Мне... Эмочка это самый один из лучших стволов, вот. Этого я не хочу. Вот это? Ну, она крутая, но, блин, она... Как бы тебе объяснить? Это снап, а я не привык. Ну да, я привык снап. Она полностью снап? Она автоматическая снапа, 24 патрона, хватает вот пукали вот на все. На все хватает. Так, давай тогда дальше, где крафтинг, вот он. Давай, вот сейчас по-любому
Следующая попытка, мне должно быть что-нибудь крутое попасться, потому что если не попадется, ты будешь говном брать. Я взял... Стой, погоди. Взял вот такой, меня обидел много. Потому что реально, я знаю, сколько это копил все. Ну а что я-то тут? Ты говно. Козёл. Ладно, а что? О, хорошее, во, то, что надо. По-любому мне сейчас что-нибудь такое хорошенькое попадется. Давай синенькую поставим. Точнее, не синенькую, пурпурную, да. Ну, почему пурпурную я называю? Может, это я дальтоник или ты? Давай! Это что за хрень? Ой, это из пулеметиков. Это из пулеметиков. Я знаю, мне она попадалась. Это такая хрень. Как она называется? Так. Ой, смотри. Окей. Оп. Оп какой-то, ладно. Вот. Блин, где она? Не знаю, может, я, конечно, где она? Из пулемета уже, да? Нет. Это говно, смотри. Это полное говно. Смотри. Кстати, а что за разные пулеметы, я чуть не понял. Ну, это какая-то там столка, ну, не столка, это палка, это вообще-то, это не палка. Странно. Ладно. Блин, ну этот... Ладно, давай разберем. Кстати, тут можно разбирать стволы, если вам, допустим, не понравилось. Ствол можно положить его сюда и разобрать. Хотя, может быть, не оставить, побегать снимать, как ты думаешь? Я даже не знаю. Не, давай оставим, пофиг. Так, давай дальше. Сейчас здание. Да, у меня до сих пор. Так, нет, я его тогда разобрал, мне сегодня первый день попался опять. Давай. Не, давай вот это вот. Это что, высокий, да? Где тут? Это вообще никакой шанс, что ли, нет? Это там что-то пойдет. Я тут вообще нифига не выпадет. Потому что ничего не пишется, смотри. У этих что-то пишется, у этого вообще ничего не пишется. Типа, какого... А, вот. Хороший процесс, успешный. Короче, успешный, давай. Ты будешь говном, если мне опять ничего не попадется. Хорошее. О, твой пулемет! О, мой пулемет! Вау! Он мне, кстати, надолго. Ну-ка, посмотри. Е, детка. Смотри, он такой классный. А это, кстати, не мой. Это похоже. Да, смотри, это не твой, это... Прикольно, слушай, мне нравится. Стрелка прикольно. Ган. Жесть. Это типа твоего. Но. Классно. Не, классно, слушай. Мне нравится лично. Так, давай под следующим классом. Не, ну вот это уже реально клево. Пулемет, тем более с прицелом, это вообще. Это у меня такой же. Ну, это моя мечта попасть такой. Только зря его, наверное, на вот этот вот сделал. Шестеренку. Нет, у меня. Я мог на вот это вот сделать, и у меня бы сейчас он попался, блин, надолго. А я как дебил протупил за тебя. Давай, давай. Вот ты говно. У тебя, кстати, много, у тебя шестеренка. Я думала, у тебя шестеренка. Че гонишь, хватит, давай. Да, вот чмо ты, а, вот волосатая, я тебе говорю, я ненавижу эту игру. И, кстати, ПД, у меня не помню, что там ПД. А че, у меня шестеренок не хватит или хватит, как ты думаешь? Я не знаю, я думаю, не хватит. Но тебе придется под синими, ну, под фиолетами. Да я знаю, я сейчас и... говно. Тебе фиолетовый, самая фиговая. Давай по ПД, что ли? Я просто ПД никогда не видел. ПД? Ну, давай. Какой шанс? Короче, а, не... Блин, низкий процесс, я не хочу ее низкий. Тратить. И давай надо... под баллон у тебя получше, под баллон. Давайте, короче, на вас следующее видео ставим, потому что я не хочу их тратить. Подбайлон. Так, это что? Хороший, вот давай вот под вот этим вот, давай. Ну. Давай. А по С? Чему? Да, я на них специально вот эти потрачу. Самые крутые, специально. Кстати, возможно, вы тут это не видите, половину вот так где-то обрезано, да? Потому что я в Sony Vegas это сделал. Ну да, потому что, смотри, у них, как бы, если они будут смотреть, у них по бокам будут такие черные линии, да, вот тут вот. Ну, а я это отмонтажирую, и будет как-то вот так вот. Ну, ты понял. Так, давайте еще раз. Вот если мне сейчас опять не попадется, ты будешь говном опять. Я уже вдвойне сейчас вдвойне буду говном, да? Да. Опять? Ты серьезно? Ты... ну ладно, давай. Насколько мне там он? Да узби его. Подожди, у меня их что, получается, два должно быть? Да, у тебя два. А ты только один узбьешь. Ты еще вот убил один раз. В смысле, у меня в натуре он один, у меня же два, по идее, должно быть.
Ладно. Ты говно, братик. Почему? Почему мне он попался, а? Он, в смысле, да, он попался, но, блин. О, почему мне не... Ну-ка, стой, его сбей, может. Ну-ка, давай, пожалуй. О, ну, мне, кстати, больше шестеренок зато стало. Может, и в этом, да. И что, его нету, да, все равно? Нет. Вот говнище. Может, кстати, докрывай. Да, кстати, может быть, да, кстати, может быть, да, открывай. Там потому что плохие еще шестеренки. Там плохие еще. Могут. Давай по Д тогда. По Д. Давай, давай, давай. Да, да, я хотел его. Наконец-то. О, да, мой сладенький, я мечтал. Ты знаешь, что это такое? Это какой-то... Это дигл, который... как тебе объяснить? Помнишь, когда мы включали первый раз вот эту вот фигню, где создавать... Там показывались редкие эти типа оружия. Да. Это один из редких стволов. Офигеть, а почему он под это мне попался? Я, кстати, за знаком надо посмотреть. Давайте. Подожди, дай его поставлю. Я его продлю по-любому. Сколько у меня их? Все, я его, короче, продлеваю. Он у тебя до третьего, так вот. Единственное, плохо то, что он у тебя на малых. Да мне пофиг, я его продлил. Да, мой сладкий. И прикинь, если он мне сейчас это попадется снова и на несколько дней. Я вообще себя ненавидеть буду. Так, давай, по С потом откроем. Давай дальше. Ну, наконец-то, блин, это в натуре, я хотел его. Конечно, да, может быть и лучше есть оружие, но... Я в натуре хотел. Я, кстати, видел такой пестик. У него, типа, такая еще голова, такой череп. А, типа красненький, да, такой? Да, такой красный. Да-да-да, я знаю. Там есть много видов таких оружий. Угу. Давай. Ну, провал, да, конечно. Спасибо тебе большое. Так, у тебя какие-то были похуже. Там вроде попались или нет. Под D есть еще одна. Но я не буду. Под C. Что тут? Хороший результат, да? Средний результат, так что можно... Вполне, я даже не расстроюсь. Хотя нет, я расстроюсь. Вот этот давай. Да, я расстроюсь. Как ни крути, я все равно расстроюсь. Под Б, что ли? Или под А? Хороший, давай под вот этот вот я хочу. А под А? Подожди под своим под А. Да, как так? Хороший. Как это так? Хороший результат. Как это так, реально? Давай под вот это. Вот по-любому сейчас поведет. Смотри. Ла-ла-ла-ла-ла, па... Да, ты почему? Ты говно. Да везде хороший результат был. Я тебя тоже ненавижу. Смотри, очень низкий результат, очень низкий. Вот под D, что тут какой? Низкий просто. А под E... Под e. Это хуже под E. Да. E это самое плохое. Никогда не открывайте под E. Короче, я, наверное, сейчас вот это... А, мне, кстати, в натуре на все чертежи хватило. Опачки! О, я знаю! Это что такое? Это дробовик. А, это дробовик? Ну, он крутой, меня с него выносили. Так, ну-ка, где он? Вот. Поищи, ну ты уверен, что это должен быть дробовик? А, нет. Это винтовка? Это винтовка. Просто на дробовик чем-то. Не, я, кстати, возможно, потом, после этого всего, сниму обзор на, ой, на все эти стволы. Даже. Снимем. Да, буду с ними играть, покажу. Конечно, на ботах, потому что не очень играю. Так, давайте дальше. Под каким? Давай, ну, так. Если даже не попадется, я не расстроюсь. Может, это, да. Да. Давай сразу же этот. Ну что, на все откроешь? Угу. Ну, блин, просто тут этого уже мало осталось, так что смысл на потом это оставлять. Ты, короче, будешь опечатан. Да. Ну, не, я не буду. Вот если сейчас под... Ух, у меня, оказывается, по два я только сейчас заметил. А этим, да, сознаешь. Не, не создам. У меня, кстати, было на бот 5 класс. Давай 5. Вот если сейчас какое-нибудь говно попадется, я себя ненавидеть буду. Я, кстати, знаешь, клаушку? Что, вот на виде на класс? Угу. Вот. А нет, нет. Да пофиг, потом. Там, кстати, вот это вроде мой пулеметик. Просто название еще похоже. Скул. Вау, это что, это сейга, что ли? Это сейга. В смысле, она же за бесплатно. Или у меня глюки, дробовики.
Она типа где-то тут должна быть, и она за бесплатно, поскольку я знаю, да? Ладно. Она не за бесплатно. Логику в жопу, как я обычно говорю. Так, давай под вот этим один раз. Просто у меня их две осталось, я не хочу их тратить. Ух, хотя бы одну я не хочу тратить. Есть! Напа, наконец-то я буду снайпером по жизни! Ууу, как я люблю снайперки! Особенно в КС-ке, так это вообще бесполезно. Где снапы-то? А, где снапы? Это же винтовки, да? Да, это винтовки. Блин, я даже не знаю, что мне поставить. Не, по-любому вот снапы сюда поставлю. Смотри, она, кстати, как красиво выглядит. Мне просто вот нравится. Такой свет приятный. Вообще классно. Так, давайте два класса. Кстати, вот тут всегда 100% попадается. Так что вы не надеетесь, то, что мне сейчас не попадется. Они надеются. Такой, я сейчас тебе не попадется. Ха-ха-ха, будешь ты страдать. Ну ладно, давайте. И? У тебя нету очков. Нет, не может быть, сколько у меня их? Где мы? Где очки посмотрите? Нифига я все очки потратил, ёлы-палы. Ну ладно, в принципе, этого стоило. Вполне даже стоило. Я получил свой любимый пес, пулемет. А еще у меня осталось эти. Как их? Колокольчики. Вот они. Сейчас мы их тоже. Сейчас мы их тоже с вами, ребята, откроем. Как колокольчики можно открывать? Серебряный колокольчик. Вполне можно, это ж КС-ку тут вообще. В жопу логику. Откроем. О, купон на очки как раз можешь. Только на два косаря. Ну да, это мало. Ну, кстати, вот не всегда очки были, а не. Только один. К сожалению, мы не откроем, скорее всего, да? Ну, у меня больше ничего такого нет. Ладно, попробуем. Очки опыта. Где-де-де? А, не, это вроде как купоны опыта. Нет, очки у меня должны быть. Около купоны очков. Вот купоны. Давай, очков. Пожалуйста. Ее, 15 косарей, вообще ты классно. Ты откроешь, наверное, одну. Ну, одну-то по-любому. Давай, пожалуйста. Вау, вот это клёво. Он чем-то на золотой похож. Да. Клёво, да? Покашек. 14. Мне примерно интересно, еще сколько не хватает. Или, может быть, я смогу открыть, ну-ка. Потому что это первый класс, он, наверное. Поменьше стоит, ну. Я тоже так думаю. Ну-ка, давай. Ее, прикольно. О, у меня, кстати, она у меня не была. Да, короче, мы все открыли. У меня осталось парочку вот этих хрени. Ну, не парочку, довольно-таки нормально. В общем, ребят, если вы хотите больше таких видео... Ты, кстати, потом подарочек. Наверное, будешь открывать. Не, кто подарочек я вряд ли. Это я сам буду его открывать. Мне то, что нравится его открывать. В общем, если вам нравятся такие видосички, вы можете поставить лайк. Если вы хотите обзоры на все эти стволы, вы можете ставить лайк, как я уже говорил. Написать коммент, я хочу обзор из какого-нибудь этих оружий, стволов и так далее. В общем, подписывайтесь на наши два канальчика. Да. Канальчик паука есть у меня в Сабоксе. Ну, кто не знает, что такое Сабокс, это типа сбоку, там ссылочка на него где-то есть на моем канале.